Сегодня в Москве состоялся итоговый форум действий УНФ «Россия, устремленная в будущее». В нем принял участие президент России, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин. Президент ознакомился с результатами проекта «Генеральная уборка» и «Молодежки УНФ». Кроме того, состоялось награждение победителя конкурса «Образ будущего страны». В этом году форум собрал более 4000 активистов и экспертов УНФ, руководителей федеральных органов власти, федеральных и региональных журналистов. Накануне участники работали на 6 разных площадках – экология, медицина, экономика и так далее. В одной из дискуссий приняли участие и владимирские фронтовики. Форум был замечательный. Я выбрал площадку дискуссионного образования. Там очень много проблем. Встречались с министром образования, задавали очень жесткие вопросы. В том числе и я задавал вопрос об учительстве, о пространстве учительском, о соединении учителей и родителя, о том, что нужно добавлять в учебном процессе, особенно выпускникам, чтобы они понимали, с кем они имеют дело, говорили с учителями. ЕГЭ, пресловутое ЕГЭ. Но самое интересное, это была, конечно, встреча с президентом, который всех нас воодушевил. Вот есть такая надежда, что мы только в этом контексте, в этом пространстве победим. Я думаю, что так и будет. Затем были сформулированы предложения, которые станут базой для дальнейшей работы активистов Народного фронта с администрацией президента и правительством Российской Федерации. Кстати, 20 декабря во Владимире фронтовики проведут итоговую пресс-конференцию.